Делегация Министерства иностранных дел Республики Сьерра-Леоне в мае посетила РУДН. Дэвид Джонам Фрэнсис, министр иностранных дел и международного сотрудничества Республики Сьерра-Леоне, обсудил с руководством университета приоритетные направления подготовки специалистов и меморандум о сотрудничестве с РУДН. Сейчас в университете учатся 27 граждан, из них 24 на бюджете, 3 на контракте. Всего РУДН подготовил более 200 специалистов для Сьерра-Леоне. Дэвид Джонам Фрэнсис поблагодарил ректора РУДН за возможность еще 15 гражданам учиться по востребованной для страны специальности «лечебное дело». В регионе тяжелая ситуация, нехватка врачей для борьбы с геморрагической лихорадкой Эбола и другими тропическими заболеваниями. Выпускников школ в Сьерра-Леоне также интересуют инженерные науки, экологическая безопасность и агрономия. Также министр дал указание чрезвычайному и полномочному послу проработать вопрос о подписании меморандума о сотрудничестве между Республикой Сьерра-Леоне и РУДН в области подготовки высококвалифицированных кадров. После окончания официальной встречи профессор Дэвид Джонам Фрэнсис прочитал лекцию «Республика Сьерра-Леоне. Нераскрытый потенциал для африканских студентов РУДН».